Строительство обхода деревни Малый Везем и участка 5-го пускового комплекса центральной кольцевой автомобильной дороги начнется в этом году. Новая эстакада позволит устранить многокилометровые заторы и снять ограничения движения для транзитных грузовых автомобилей под СКАД. Время в пути сократится с 1 часа до 8 минут. Общая протяженность нового четырехполосного участка с разделением потоков составит 4 километра. Известно, что проект получил положительное заключение глав госэкспертизы.